Добрый вечер, это программа «Топ-кадр». Меня зовут Ингрид, мы находимся в центре столицы, ресторана «Рюк». Здесь проходит благотворительный аукцион со звездами. Они пришли поздравить, ну, Злату Божин, которая все это организовала, ее сестру Марину. А все-таки, в первую очередь, поддержать собак бездомных и списанных, которые сейчас живут в приюте, собрать для них средства. Рядом со мной стоит известный золотой саксофон, да? Лекс Морецу, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас что-то на таком языке сказал, вы вот сами еще раз скажите. Меня зовут Лекс Моретти, играю на саксофоне, и здесь нахожусь как раз в поддержку, как вы сейчас сказали, в поддержку животных, потому что в нашем мире сейчас очень много и злобы, и плохих, так скажем, людей, которые непорядочно себя ведут не только с людьми, но и с животными. Не нужно о них забывать и всячески поддерживать. Это замечательно, потому что я знаю, что жизнь музыканта, она очень занята и очень все, ну, так скажем, распланировано. И вот как вы все-таки нашли время прийти сегодня поучаствовать? Кому слава? На самом деле всегда откликаемся с нашими друзьями, с коллегами на подобные мероприятия, посвященные благотворительности. У меня на самом деле у самого и собака. Какая порода? Померанский мини-шпиц. Полусобачка. Маленькая, да, собачка, еще кот. И два хомяка даже. Хомяки, все, без них жизнь была бы. Знаете, сбор средств собак, а кризис можно было бы так пошлить. Сбор, пора устраивать сбор средств помощи хомякам. Пока хватает, да, хомячков? Есть чем кормить? Ну, конечно, да. Потом может перейти там. Ну, может быть, они, конечно, друг другом будут питаться, но не допустим. А вы их учите играть на саксофоне? Животных? Друзей. Собака — это друг человека. И хомячки. Хомячков на саксофоне. Ну, они, естественно, все это слушают. И я их не учу играть, я их учу, так скажем, воспринимать творчество, хорошую, так скажем, грамотную музыку. И они внимают это очень, конечно, внимательно. Было замечательно. И такой вопрос. У нас близится 23 февраля, День защитника. Вы кого защищаете в этой жизни? Я, во-первых, защищаю свою семью. Свою жену, свою дочку, своего сына, свою маму, своего папу. В общем, вообще большая семья. У меня большая семья, да. Я счастливый человек. Очень. И еще у вас любимая профессия. Ну и пожелайте тогда всем остальным мужчинам, чтобы они уже вставали там с дивана и брали с вас пример. Я хочу пожелать всем защитникам Отечества, всем мужчинам, чтобы они гордились своей семьей, ценили каждую секунду своей жизни, своих близких и родных. И самое главное — здоровье. Спасибо большое. Вам тоже всех таких же благ, здоровья, удачи, успехов. Это был Лекс Морецу и программа «Топ-кадр». С вами была Ингрид. До свидания.